вы сейчас поймете за свой большой круг. Фамилию надо назвать свою, да? Да, извините, что я зовут меня Галина Ласкина, я говорю вообще не нужно. Работаете где? В администрации? Я много где работаю, и много с кем общаюсь. И вот таких дел, которые наслышано, услышано. Я сейчас выступаю в пользу администрации. Эта система, которую нам предлагали, они же от нас ничего особо не отнимали. Они нам предлагали единую транспортную систему в пользу нашего города. Так, ваше время. Слушайте, выступите. Что вы перебиваете? Эти деньги, которые обычно мы отдаем маршрутчикам, да, а потом мы не знаем, куда они ушли. Может, они ниже там уже коттеджи или на яхту. Мы не знаем. А пусть я эти же деньги заплачу в город уже, и будем уверены, что город, вот обо мне заботится, он будет заботиться о моих детях. Ага, и елочки покупать за 7 миллионов. Да, елочки...